Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Топ Сад. Ежевика, Prime Arc Freedom, свобода. Знаете, какие крупные, изобильные ежевика выросла у нас на второй год посадки ее перед теплицей. Выполняет роль она не только супруга ягод, но и закрывает, видите, нашу теплицу от избытка солнечных фотонов. И это самое явление и эффект используется. Капельный полив, который в теплице, он достается этой ежевике. Посмотрите, полностью изобильная и крупная. Ну, правильно. Много лучше, чем малина, и эффективнее, вкуснее. Если вы делаете маску, то тело приобретает юношеское. То есть, короче говоря, вы превращаете совершаете вторую молодость. Маски из ежевики потрясающий оказывает косметическое явление, эффект на человечность. Ну, конечно же, на качество и длительность жизни. Советуем приобретать ежевику, выращивать ее и добиваться вот таких же вот результатов. Она очень вкусная, очень приятная. Кстати, ежевика является одним из самых лучших препаратов, которые качественным образом создают иммунитет в организме. Итак, ежевика Prime Arc Freedom. Гигантские ягоды, могут достигать 20 грамм. Ягоды ароматные, сладкие, с легкой кислинкой. Основные достоинства этого сорта – сочетание бесшипности и ремонтантности. Внушительный размер ягод, но вы видите, просто огромный изобильный урожай. И бесподобный вкус. Кстати, извините, перебиваю. Смотрите, какая мощный рост. Если вы ее формируете, то она вам закроет теплицу. Обязательно нужна шпалера. Это придаст еще большему ежевике, большему урожаю. И естественно, что ее надо укрывать осенью. А она отблагодарит вас весной и вот летом вот такими вот потрясающими результатами. А что у нас еще дальше? Вот это сорт Triple Crown. Он поздний, видите, как опять-таки покрыт везде сплошняком ягодами, и создается впечатление, что ягод больше, чем листьев. Еще напоминаю, это высаживать надо на расстоянии 1,5 метра и формировать. Обязательно, если мы запустили, вот эти ветки должны быть удалены. То есть с тем расчетом, что как вы ее формируете, так оно и будет. Нижние побеги обязательно удаляйте. Подписывайтесь на канал Топ Сад. Ежевика должна быть в каждом усадьбе, в каждом огороде. А ее прекрасно замораживать. Ну и естественно, что прекрасные дамы, вы всегда будете испытывать восхищенные взгляды на себе после масок из ежевики. Ваше тело приобретет упругость, красоту, неповторимость, а девичья фигура и девичья кожа будет постоянно сопровождать вас, а ваша жизнь будет неограниченно долга. Удачи на даче вместе с ежевикой в придаче, господа и милые дамы!